Листая глянцевые журналы, многие пытаются подражать российским звездам. Это, конечно, сомнительная затея, но есть исключения, как, например, известная топ-модель и ит-гёрл Лена Перминова. Предлагаю подобрать образ в ее стиле. Пойдем? На одной из последних недель моды Лена была в бежевом кружевном платье. Вот примерно в таком. Кстати, кружево актуально уже несколько сезонов. Я думаю, стоит примерить. С платьем Лена сочетала темно-синий жакет. Отличная замена – твидовый в стиле Коко Шанель. У каждой настоящей модницы в гардеробе должна быть шляпа, а лучше несколько. Поэтому я предлагаю к нашему образу взять вот такой. Свой образ Лена дополнила грубыми, почти мужскими ботинками. Мы поступим так же. Посмотрим, что лучше подойдет. Эта пара или вот эта. Ну вот, образ получился не хуже, чем у Лены Перминовой. А стоит он существенно меньше. Одеваться красиво и недорого вполне реально. I love your style, baby. Come on.